Андрей Малахов оказался в центре скандала. Темой выпуска его передачи «Привет, Андрей» стали известные эскортницы. В эфире рассказывались истории девушек, которые этим занимаются. В числе прочих имен были упомянуты и многие представительницы шоу-бизнеса. Наталью Рудову возмутила эта передача, в которой вышло интервью ее директора. Актриса обвинили телеведущего во лжи. Блондинка также назвала Андрея сводником. По словам Рудовой, он настойчиво предлагал ей в любовнике состоятельного мужчину. Звезду «Универа» поддержала Анастасия Решетова. Анастасия Самбурская рассказала, что ведущий канала «Россия-1» несколько раз пытался познакомить ее с олигархами. Юристы Ольги Серябкиной пошли дальше. Они подготовили иск против Малахова. Снимок экс-солистки группы «Серебро» появился в эфире рядом с расценками за эскорт. Это изображение стало обложкой выпуска. Такой поступок Ольги удивил Андрея Малахова. Он утверждает, что не хотел обидеть певицу. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе «Евровидение», с песни «Мама, Люба, давай», которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют, попытался перевести стрелки телеведущий в общении с «Супер».